Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 ноября. Память святого мученика Антония. Святой Антоний происходил из Сирии и был по ремеслу каменщик. Сожалея о язычниках, приносящих в свои храмы жертвоприношения, святой умолял их отступить от такового нечестия. Когда они не послушали его, он ушел в одно пустынное место. Здесь он встретил некого отшельника по имени Тимофея и с ним прожил 2 года. Укрепляемый его молитвами, он снова отправился к заблуждающемуся народу в свой город, чтобы направить его на путь истины. Пришел он в свой город тогда, когда жители справляли праздник своим бесам. Он вошел в храм их и сокрушил идолов, за что и подвергся различным мучениям и принужден был выйти из города. Тогда он отправился в Апомею Сирийскую и там упросил епископа, чтобы тот позволил построить церковь во имя Святой Троицы. Когда он начал постройку храма, узнали об этом жители его города, и ночью пришедшие рассекли его мечами на части. Так он предал дух свой Богу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.